Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Бульбазар, Прокоп, Серега. Как всегда, очень много подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классный режим. Прятки, вы написали в комментариях миллион их штук, чтобы мы записали этот режим. Карта Undertale. Пацаны уже должны бежать прятаться. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я иду мочиться. Стоять! Все, все, я ладно. Кстати, это по-честному, чтобы я не чекал, где вы прячетесь, пригвоздите да, меня. Да, да. И один человек специально всю серию стоит и пригвождает меня, ну для прикола. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Так, а ты меня слышишь? Нет. Слышу я тебя зато. О, привет. Ты меня слышишь, меня нет. Так, Влад, красава. Бери с того же, с FF19 Freddy's, просто папка, бери с этого. С этого пилпака, потому что они бьют только вблизи, и надо прицелиться. Слышишь? А ну выгляни, выгляни, выгляни. Ну это ты зря. Это ты зря. Серега, я иду к тебе. Вот ты тут. Давай, удачи. Вот, вот, вот. Нет. Ты договоришь, как будто у меня вообще нет шансов вообще никакого. Ноль. Да вот я здесь. В таком месте, что ты вряд ли додумаешь. Вот здесь, вот здесь. А подожди, а давайте двери удалим для прикола. А, там не. Там ничего. Там тоже. Ты вот здесь вот. Я знаю, Серега, все, я понял, где ты заныкался. Где? А если сейчас скажу, где ты убежишь оттуда? Понимаю. Логично. Блин, да откуда эта жопа стреляет? Я и так убью, поверь. Я и так могу зацепить тебя. А я еду к вам. Едешь. Так, подожди, чё я на том же самом месте? Я еду. Да блин, у меня лифт заклинил, кнопку вы поломали. Там я один и тот же лифт, одна и та же эта комната всегда. Да не на один нажимай, а на во! Да я не на три, на три нажимал. Во-во-во-во-во-во-во, я на правильном месте, я на правильном месте. А как открыть эту дверь? Пароль. Надо знать. А, я его знаю. А там это прикол, это... Ты чё, улетел, что ли? Нет, меня там вообще нету. Так, Серега, пора уже прекратить тебе поддаваться и замочить тебя. Давай, жду слетел. Ладно, давай на самом деле, я знаю, где ты на улице прячешься, я иду к тебе. Давай, ищи меня. Я знаю. Давай. Ищи меня в полноте. Я тебя убью, я тебе говорю, я тебя убью. Бульбазавр. Так, бульбазавр вообще уже не такой, как раньше. Бульбазавр уже не тор. Вот здесь ты. Вот здесь самая классная зона на карте. Которого тебя нету. Может здесь ты? Я вообще ничего не вижу тут. Вчера, что ты ржешь? Я тоже хочу. А я ржу это с того, то, что ты пытаешься меня найти. Такой, нет, вот здесь, выход, а вот. Не, вот он, вот 100%. Не, ну я не говорю 100%, вот я сейчас говорю, что... Что, что? Блин, я так надеялся, что ты за ширмой сидишь вот здесь вот. Сильно примитивно мыслю, да? Вот тут, вот тут, вот тут. Слышно меня? Серега, я тебя убил? Как? Отвечаю, если на записи посмотреть, я это сделал в пустое место. Честно. Так у меня аниматроник не бьет на расстоянии, он бьет только когда я прицеливаюсь. Меня по сути на расстоянии убил. Я честно, знаешь что, мне кажется, это какое-то совпадение или у меня интуиция какая-то сильно развита. Как я можно, это стреляя... Читы какие-то. Да, ты, я тогда монтаже ничего даже вырезать не буду, увидишь. Я просто сделал это в угол, в пустое место, я тебя убил. Так это так бывает? Это, знаешь, это везение? Ну, получается, что бывает. Везение 1 миллиард. Из 1 миллиарда. Беру аниматроника тогда. Серега, давай я тебе покажу, где я тебя убил. Ну, давай. Вот сюда я прицелился и убил. А знаешь, где я прятался? Да. Иди сюда. Давай. Иди сюда.
Вот тут. Офигеть. А ну сиди там, да я тебя смогу опять убить? Ну для прикола, сядь там. Съел. Если сейчас не получится, я буду угорать. Все, я не могу это сделать. Ясно, Димас использует читы. Напишите в комментариях, у вас когда-то такое было или нет. У меня точно не было. Это первый раз в жизни, сколько я играю. В 3000 часов Гаррис Мод такого еще не было. Тем более я знаю этот пилпак. Ты же знаешь, что все равно он бьет только когда целишься. Да, ну все, я беру тоже с ФНАФа 1, это Фредди. Да. И мы начинаем. Так, давайте сделаем перекличку. Кого мы не нашли? Кого не нашли? Сереж. Меня нашли, Бульбазавра нашли. Влада. Остался Фантом и Метрокоп с яблоком. Метрокопа я нашел. Так, удали еще, он какой-то есть, челик. Это яблоко. Это... Ага. А, значит, Фантом остается. Вот здесь мы его не искали. Так, я что-то не могу взять. Я не могу что-то взять этого аниматроника, ну да ладно. Буду тогда с Joy Creation. Может, задержка? Нет, там ошибка какая-то. Понял, почему их тяжело взять, наверное, пацанам. Сейчас так. Найду Фантома, у меня чутье на Фантома. Я знаю, у нас уже 4 человека бегает. Такие все злостные. Так, что у нас тут? Ничего. Так громко топаем все. Так, Метрокоп, ты читеришь, как и я, давай. Испоганься. Так, надо послушать, может он где-то... А ну, постреляй. Меня тут Чика нашла. Все, нашли тебя? Нет, она не может меня убить, не достает. Блин, как же тебя убить? Давайте еще сюда полетим. А где он? Я его вижу, я убью, я могу. Пацаны, помогайте, мы не можем его убить. Куда он ушел? Слышь, подлец, выходи. Я за справедливость. Ладно, он не может. Давайте мы его по-другому убьем. Стой. Я маленькую бомбочку взорву, совсем манюсенькую. Сейчас. Ой, текайте, ребята. Не-не, это будет небольшая бомба, серьезно. Да все, убили его. Убили, да? А, что? Бомбы не взрываются эти. Раунд 2? Че, мы всех нашли? Да. Вы все аниматроники, я сейчас один запрячу бомбу. И кто ее первый найдет, тот самый лучший игрок по Гаррис Моду. Он не должен просто найти, он должен ее взорвать. Так, сейчас, пацаны. Так прикольно играть за персонажа с «Привет, сосед». Я ее даже активирую, чтобы вам было проще. Все, пацаны, бомба запрятана. Давайте. Ищите. Можно на нее просто навестись и стрельнуть, и она взорвется. Я пока мне здесь постою, сдалека почекаю. Так, никого еще никто не нашел. Серега, давай, я в тебя верю, ты сможешь. Сейчас мы иду. Сильно палевно, когда я там стою возле нее. Пацаны могут спалить, что я ее вижу. Пошел. Ой, застрял чуть-чуть. Нашел, Серега? Ищу. Ищи. Я текать буду. Все ищут. Она в такой нычке глупой, совсем глупая нычка. А, я не знаю, как они туда попадут. А, вот сюда. А ну давайте проверим, можно? А, я, ну, кажется, да. Понял, куда. Где? Секрет. Если я тебе скажу, то ты ее перепрячешь. Все, прощайте. Нет. Не взрывается? Ой. Короче, Метрокоп нашел. Красавчик. И хе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ссылайте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!